Доброго времени суток, меня зовут Андрей Петров, и вы на моем канале. Сегодняшнее видео — это первая часть большого ТО автомобиля BMW 7 в кузове E65, и все работы мы будем проводить на СТО BMW Garage. ТО по BMW идет полным ходом. Сейчас будем снимать радиатор кондиционера и радиатор охлаждающей жидкости. Будем смотреть, как он забился за лето. Что же у нас случилось с радиатором? Немножко забитый. В принципе, ничего удивительного, да? Время от времени нужно чистить радиатор охлаждающей жидкости. Так, радиатор кондиционера настолько припал грязи, что тяжело было его вытянуть. Так выглядит забитый радиатор на просвет. Для дизеля это, конечно, не очень проблематично, но для бензинового грозит перегревом двигателя и может повести головку. Радиатор охлаждения фреона, как видите, на просвет, очень даже ничего. Новым от мойки он, конечно, не стал, но со своей функцией будет справляться лучше. Радиатор охлаждения двигателя или охлаждающей жидкости также на просвет есть. Наши вымытые радиаторы охлаждения установлены на свое место. Еще охлаждающая жидкость и фреон не заливали, не закачивали. Но если вы хотите также сделать себе профилактику радиаторов и избежать геморроя в будущем, обращайтесь на СТО BMW Garage. Ссылка будет в описании. Всем пока!